Типа такого, вот. Что-то не знаю. А, так это большой такой комплекс, да? Ну-ка, дай-ка я туда зайду, сейчас подожди. Это апартменты такие в Портленде. Закрытые, то есть мне туда нельзя, никому нельзя туда, только проживающим. Такой фонтанчик. Ух ты, классно. Все закрыто. Красота какая. Окна здоровенные. Это патио, вот такая, кто на первом этаже живет. Фонтан, видел там какой классный? А что вот это за здание? Это офисы. Офисы какие-то, ну, стулья какие-то, да, офисы. Ну, там какие-то здоровые потолки такие, да, да. Интересно. Ступенек много. У кого-то партия вот такая здоровенная, вот, вот это угловая квартира, такое здоровенное-здоровенное место. И там фонтанчик, так интересно. А, это вот это, наверное, как танхаус или что это? Кондо? Кондо, наверное. Вот я не знаю, что это. Это тоже больше миллиона долларов. Потому что Портленд. Да, 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 да. Конечно, здание кирпичом красиво. Очень интересно смотрится, да. Как бы так, такой квадрат, как будто бы, а с другой стороны так ничего, так симпатично. Балкон такой, да, типа терраса. Очень интересно. А, каждого терраса. Второй, третий уровень, или как это называется? Второй этаж, третий. Красиво, очень сильно смотрится. Угу, угу. Класс. Угу, интересно. А, вообще, тут получается большая, на втором... Ну, ты заходишь, у тебя сразу наверх. У тебя вообще огромная такая... Там можно и диван, и кровать поставить. Гаража нету или что? А вот гаража я не понимаю. Нет, наверное, гаража или, нету. А нет, то гаражная дверь тоже. То гаражная дверь. На что? Гаражная дверь вот эта одна. Деревянная, потому что, черная сбоку стоит. А, вот то, наверное, гараж, да. Так, сливается красиво. Так интересно. И окна здоровенные, да, получается, они будут. Угу. А здесь старый Портленд. Очень интересно. Классно, да? Но это больше ляма будет стоить. Это, да. А это эти домики по ляму будут, а те вообще, наверное, под 2 миллиона. Ну и все, и пошел обычный Портленд. Ну, роз здесь, море, конечно, в Портленде очень много роз. Вот, да. Город роз. Город роз, да. Прикольно. Вот так красиво, да, этот забор такой, заезд туда. Уже старых домов очень много. Но у них такой стиль интересный. Мне нравится в Портленде дома. Даже если старые. Ай, что это такое туда? Подниматься надо так. Еще поддерживает. Ух ты, ёлки-палки. А, здесь на 4 аж квартиры дом. Ух ты. Я думала, это дом. А это прям, ну, то худенькие дверьки. Вот такой у меня цветок пропал. Все, и не растет, и в магазине нету больше. Здесь почти нужно, видишь, чуть дальше отъехали. А, это магнолия, я так понимаю. Там нужно платить перекуту. А, надо платить? Да ты не заплатил? Вот, кадр Портленда с Поржем, с домиком, со стилем. Да, ну это вот стиль Портленда, да. Да, Порш и домик. Классно, да? Не знаю, мне нравится. Просто что здесь дурно. А здесь тоже квартиры разные такие. Тоже нужно знать, где ходить. Здесь, да, здесь надо знать, где ходить. Где ездить. Да. И куда не ходить, и куда не ездить. Ну, блин, тут жарче, чем у нас. Да. Не знаю, у меня там что-нибудь снимается вообще или нет. Что-то записывается. Ладно, налево. Да, налево пойдем мы сейчас, что красиво. Не знаю, мне нравится. Тоже вот старое, но так интересно, да? Там лесенка, тут заходишь. Такое. Вот это, кстати, здание похоже более на калифорнийское, потому что вот ступеньки такие рыжие. Черепица такая, вот они похожи.
А это что-то поломанное все. А, можно было террасу сделать над гаражом, тоже стараюсь. Это, наверное, апартменты, правильно? Угу. Я так думала, апартменты. Интересно, а эти гуси, там, где мы ходили в тот раз, если бы находил, тоже там до сих пор не сидят? А, не знаю, может быть, да. Парк какой-то он есть. А я, видишь, я не взяла опять эту держалку, потому что я не думала, что я буду что-нибудь записываться. А тут так здорово сегодня. Вот еще какое-то. Что-то здесь тоже построили. Тоже больше ляма будет. Все, что вот такое вот, это все больше ляма. А то тоже какой-то парк. Там уже лес. Mm-hmm. Тоже, да, снизу до верха стекло все. Приятно так походить, правда? Mm-hmm. Тут, я так понимаю, это небольшая патио или это... А, это заходишь в дом. Сюда. Кольту и все такое. Прикольная дверька. Классно, да. Туда, наверное, какой-то подъезд. Гараж или что? Да, гаражу. Да, это гаражу. Ух ты, как интересно, сколько деревьев. Ух ты. Ух ты, как классно. Очень интересная конструкция, кстати, да? Прикольно, да. Классно смотрится. Очень даже. Угу, столько деревьев. Класс. И там еще фонтан где-то слышу. Четко. Там новый, а здесь старый дом сразу стоит. А вот какой-то парк. Нужно здесь погулять. Валас парк. Волос. Даллас? Волос. Даллас. Просто волос. А, волос. Вот тут красиво. О, красиво как. Вот мне нравится такой вот стиль. Портлендский стиль классный. Угу. Такие вот ступеньки. Такой вот. Сами здания эти. Дома такие классные. Старые, но они классные. Чё-то вообще. Тут, наверное, апартменты похожи. И море зелени. Обалденно просто. Цветов моря. О, зелень. Да, вот эти у меня пропали, а теперь я не знаю, где их взять. Такие у меня были на балконе. Очень красиво. Ух ты, класс. Тоже старенькие апартменты. А прикольно. Прикольно, да. Только что ты живешь, соседи все слышно. Ну да. Но здесь более-менее тихо, да, это Ири? Угу. Тихо, спокойно. 20 из пленти. Угу. Классно, у меня там бутылки где-то дергаются. Сумки. Угу. Тоже вон видел, какие... Ауди и этот. Всякие разные. Это что-то тоже. Это уже, да, красиво. Вот балкон какой. Ну, как красиво, над гаражом. О, вышел и отдыхаешь, правда? Симпатично. Да, очень даже. Тоже старый домик. А вот думаю, это на несколько или это чей-то один дом? А вот я не знаю. Ну, так симпатично. Она чей-то один. Это на апартменты похоже, да? Здесь, кстати, много таких построек с красного кирпича. Я заметила. Апартмент. А вот какой-то новый дом, вон, смотри. А, тоже такой же. Классно, это рядом. Угу. Можно посмотреть, пойти. Прикольные вот такие. Ну, как будто низкие потолки, да? Как будто смотрятся совсем. Балкончики такие. Сюда зашел в квартиру. Ух ты, а это что такое? Это дом чей-то? Как интересно. А это человеческое комьюнити? Сейчас я посмотрю, да. Ух ты. Прикольно смотрится, да? То есть ты зашел, это, блин, интересно. Это очень интересно. Я такого еще не видела конструкции дома, дизайна. Это что-то, да. Очень интересно. Дай-ка остаться.
А, это туда прям все тоже закрыто. Mm-hmm. Тут балкончики, гаражи. А, интересно, фонарики. Тут здесь вечером будет красиво. Тоже большое окно, очень сильно большое, да? Получается, наверное, на ливинг-рум похоже на ливинг. Mm-hmm. Ох, как интересно, да? Вот это непонятно вообще, что это за конструкция. О, патио. Река патио. Симпатично. Да, симпатично. Симпатично еще вот сделаны цветочки, туя, вот такое все, да, сделано красиво. Мне нравится вот посмотреть что-нибудь, а потом у нас на балконе сделать. И довольно-таки тихо здесь. Тихо, да. Тише там, где мы живем. Да, очень тихо. Хотя это как корпус. А вот интересно, это же, наверное, куплено, это же не вариант. Вот жалюзи очень твердые такие, классные. Но если в аренду, хорошие. То это очень дорого. Это дорого, это будет, блин, круто. Ну, наверное, это и стоит, даже если не в аренду, то тоже стоит. Это огромный какой-то домино, я не знаю, кто такой себе построил. Он вообще огромное здание. Ничего, прикольно смотрится, да? Тут уже у кого-то повыше. А, тут уже с гаражом. Вот так классно, да, гараж? И балкончик, да. Туда цветочки, балкончик. Утром кофеечек пьешь. Как интересно. Здорово. Ну, это все дорого здесь. Поскольку по 5000 в месяц. По миллиону долларов, если купить, наверное, да? Да, да, да. Обалдеть. Это дорого. Ну, прикольно, да? Вон она сколько цветов посадила. Ну, у нее тоже все засохло. У нее все лаванда засохла, все позасыхало. Так интересно. Посмотреть на район, да, вот где мы вообще ни разу, мне кажется, не были, правильно? Но Портленд вообще огромный. Не была, я да. не была здесь. Он большой, да? Он очень огромный. Тоже какая-то забегаловка, покушать. Здесь что, это кофейня Матадор или что тут это? Все на этой улице. А, все здесь на этой улице. Розы, естественно, как в Портленде розы. Она поняла, но уже поздно. Она уже в кадре в моем. Да, потом такая, оп, отвернулась. Она просто медленная, что сразу не поняла, что она уже в кадре у меня, в видео. Надо было в горизонтальном, может, виде снимать, но я уже так снимаю вертикально. Тоже так. Вот Porsche старенький. Это же старенький, да, класс. Porsche, кстати, очень много здесь. Очень много. Очень много. Вот еще другое, да, это апартменты. Это что, мусорки? Все заполнено, обалдеть. Все мусорки забиты. Tasting room. Bull Run. А что здесь? Ага, виски. Кто хочет виски? Виски. Опять с Калифорнии. Мы как будто, блин, в Калифорнии живем. Столько калифорнийцев. А вот интересно, наверное, хорошее место, правда? Я тут ни разу не была. Это просто вот... О, видишь, мне нравятся просто танхаусы. Вот квартиры тоже вот эти вот, которые мы сейчас я снимала, они более такие... Ну, вот это уже апартменты. Все-таки когда танхаусом... Ну, тоже симпатичные. Очень симпатичные. Да. Но танхаусы мне больше нравятся. Намного. Марихуана звоня. Здесь можно, да, пройтись спокойно, тихонечко. Тут лампочки, да, такие вечером. Угу. Блин, ну тут как-то жарко, да. Очень даже. Да, ну просто нужно знать, где в Портленде жить и за сколько снимать, потому что здесь нету за 2000, да, здесь все больше. Три. Какая-нибудь студия будет. А, ну студия, я имею в виду, то есть заходишь в танхаусе, например, такое, жить. Да, нет, это дорого. Это все дорого, это больше двух, больше трех, наверное, больше четырех. Или 3-3500 больше. В зависимости от площади тоже. А подожди, это мы идем туда, куда я парковалась, нет? Давно. Нет, а, нет, это вообще не то. Просто так, интересно. Прямо. Такой наш Портленд. Прикольно, да? А вот еще какая-то кафешка. Тоже там можно посидеть. А, это йога, да? Йога. Можно в йогу ходить.
Три класса, $36 йоги. А, это макулатура, да? Вот, а, интересно, макулатуру собирают. Прямо в центре города. Угу. Забирается, наверное, по рабочим дням. Интересно, да. Никто пока ничего не трогает. Мусор отдельно какой-то, да? Угу. Эти, как это, пакеты. Сложено более-менее. Бутылочки, да. Ага, интересно, да. Сложено, да. Так старенькие, да? А потом такое здание стоит. И здание огромное. А это тоже апартменты, похоже. А, это маркет. А, это New Season Market, как у нас в Ванкувере там, да? Это покататься можно. Пицца с 11 до 8. А, прикольно так, да? Классно. Так по-домашнему, правда? Вот мне почему порно нравится, потому что он как по-домашнему. Спокойно. Вот можно здесь на лавочке отдохнуть. Кофеёк попить, кстати. У них тоже в этом New Season есть. А, вот что мне нравится. Вот, все в цветах. Вот, вся стена. Вся стена в цветах. Классно. Смотрите, как интересно. Классно. Да. И тоже апартменты, апартменты. И вот это апартменты, и вот то апартменты. Оно здесь классно, люди ходят, да. Пешком ходят. Все. Да. Здорово. 2015 построй. Здесь можно было шляпку взять. Ну да, я тоже думаю, да, что-то надо было, может быть.